Привет всем, ребят, с вами опять я, Ира, и сегодня я снимаю Let's Play. Играю в Geometry Dash. Да, я тут начала, и давайте начнем, то есть продолжим. Я, к сожалению, не смогла найти никакой информации про эту игру. Я не знаю, не нашла я и все. Жалко. Так бы было интереснее, но в любом случае, вот я играю, и все, я уже в пролете. Короче. Кто слышал о такой игре, вообще ставьте лайк. Ладно, ладно. Вы, наверное, сейчас подумаете, не борзей. Короче, я на ютюбе видела много таких видео, ну, с этой игрой я имею в виду. Блин, я всегда тут лагаю. С этой игрой и уже снимали мои друзья, и да. Следующий летсплей, наверное, будет на игру Асфальт 8. Просто у меня что-то было с программой, и она тормозила, когда я снимала эту игру. И поэтому я решила остановиться на Geometry Dash. У меня Geometry Dash Lite, хотя, мне кажется, он ничем не отличается от обычного Geometry Dash. Вот, поэтому да. И хочу сказать, что Geometry Dash как бы лучшая, как по мне, игра. Ну, как бы... Ну, во-первых, она самая популярная на YouTube, потому что так как видео с этой игрой очень много, несмотря на Five Nights at Freddy, Seven Nights at Freddy и, ну там вторая, короче, ну всякое такое. Вот. Да сейчас я лагаю. Ладно, давайте другой уровень, что ли. Давайте самый первый, что ли. Не знаю. Мне кажется, во втором, который мы сейчас были, музыка прям отлично подходит под все движения. Так и должно было быть, походу. Блин, я забыла, что я тут не прыгаю. Так. Наверное, я сниму вторую часть этой игры, только уже с каким-то заданием. Наверное. Так. Блин. Главное сейчас, ну, не залагать. Фух. И мой любимый момент. Только хотела сказать. Не, в основном я этот уровень уже проходила. И как бы он легкий, да. То есть, почему-то я именно сейчас начала лагать. Так я вообще не лагаю. И мне кажется... Ну вот реально, я знаю... Блин, только хотела сказать, я знаю этот уровень наизусть. Бывает. Сколько раз? Не, все, хватит. Что-то я. Давайте сюда. Вот елки. Иголки. Что-то я вообще за время не сижу, сколько мы там уже играем. Блин, ну думаю, нормально там. Уберись. Уберись. Чуть не убираешься. Так. Давайте дальше. Тут музыка вообще не подходит, мне кажется. Блин. Из-за этого... из-за вот этих вот звездочек каких-то очень трудно. Мамочки, мамочки, мамочки. Все думают о мамочке. Да? Нет. Ох, 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 ох. Блин. Ох. Что это были за звуки? Так, давайте сюда. Мне кажется, если я не смогла пройти тот уровень, то почему я лезу сюда? Действительно. Так, просто, знаете, еще пора уже выставлять видео, да. Так, ладно. Мне интересно, что дальше, поэтому давайте пойдем сюда и посмотрим, как я, насколько я здесь буду лагать. Прикольная песенка. Прям переживание, но звуки выходят. Блин, действительно, слушайте. Не, с информацией было интереснее.
Ну ладно, вы услышите информацию про игру Асфальт 8. Это как бы... ну, короче, узнаете. Я уже, кстати, подобрала информацию там, что это типа автосимулятор. Мне кажется, все гонки — это реально автосимулятор. Потому что ты управляешь машиной там, ну, правильно? Блин, что за фигня? Так, тут еще мне, походу, не повезет больше. Ёлки-моталки. 1%, ура! На минуту мне... Не, на секунду мне показалось, что у меня получается здесь лучше, чем в других уровнях. Но нет, видимо, мне это показалось. Блин, здесь сложно. Ой. Так. Думаю. Последний разок играем здесь, и на этом видео окончено. Посмотрите, как я буду здесь лагать. Мне кажется, что у меня получится, когда я буду молчать. Так что давайте сейчас будет с музыкой. Итак. Действительно. Мне кажется, музыку чуть погромче можно. Блин. Ладно, ребят, пожалуй, я на этом закончу. И надеюсь, первый летсплей был не таким уж и плохим. Так что да, скачивайте себе игру, играйте в эту игру, да, и бла-бла-бла, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну что ж, всем пока-пока!